бусинкой Дарвина, это третья часть моей коллекции перьев. И я сегодня покажу то, что у меня накопилось в коллекции. Также всю коллекцию в целом. У меня появились много еще перьев тетерева. Вот, например, целый ящик их. Они здесь в основном, конечно, такие маленькие. Но здесь, вот видите, они переливаются голубым цветом. Ну, в принципе, тут рассмотреть особо нечего. Тут только несколько больших. А вот есть побольше перьев тетерева. Также, вот, например, вот такие вот. Вот. И с хвоста. Видите, какие. Вот. Тут их достаточно много. Вот тоже второстепенные перышки. И они занимают отдельный стаканчик. Также у меня появилось два вот таких вот перышка. И еще у меня было перышко новое. Маленькое. Сейчас я его найду. Вот такое вот крошечное перышко. Сейчас оно самое маленькое в моей коллекции. Скорее всего, какой-то синички или поползни. Вот такая вот баночка. Здесь, в принципе, ничего не дополнилось. Но тут не видела, например, утки перышки красивые. Они очень хорошо блестят, видно на свету. А вот маховые перышки утки, вот у меня есть такая большая связка. Тут есть также вот разные перышки, вот тоже блестящие. Вот большие. Я их уже показывала в предыдущих сериях, но показываю еще раз для тех, кто не видел. Вот это самое большое в моей коллекции перо. Такое вот небольшое. Это чайки. Такое вот оно большое. Ну, тут, в принципе, я думаю, больше особо ничего интересного. Здесь, ну, голубиные перья. Поэтому, я думаю, это все. Всем пока, до новых встреч!